Hopefully you're not too depressed. Я надеюсь, я вас не сильно в депрессию загнал, да? The world is still a beautiful place. Мир по-прежнему прекрасное, прекрасное место. This is in Congo. Это Конго. This is also in a storm flying above Congo. Это тоже на самолете над лесом в Конго. Some rain falling on the Amazon, very light rain. Дожди, которые проходят над Амазонкой. Water is the source of life. This is a Chwapa River in Congo. Это река Шпопа в Конго. В Конго. Forest again in the Amazon, extremely rich biodiversity. This is an epic flower. Очень богатое разнообразие форм природы. Это в Амазонии тропический лес. Per hectare, there's up to 750 different species of trees. 750 different species of trees. На один гектар получается около 750 видов растительности, деревьев. And we only have names for 10% of the species. У нас есть названия только для 10% того, что там произрастает. This is raining in Borneo, and I got me and my gear are very wet. Идет дождь, там вообще как-то с влагой все в порядке. A jumbo tree in Brazil with these beautiful flowers on the ground. Jumbo большое дерево в Бразилии. Да, в Бразилии. And of course, in the forest, there's many people living. This is a fisherman in Kisangani, in Congo. Это Конго, Кисангани, это рыбаки, люди, которые зависят. Many tribes that live in a sustainable way with the forest. Очень много племен, они продолжительное время жили в гармонии с дикой природой. Like these hunters in Papua. Вот как эти охотники в Папуа. Or the Yanawenawe tribe in the Amazon. Или или вот это племя в Амазон. I had a chance to spend a couple of weeks working with them. Я несколько недель поработал с ними, пробовал. This is a mother and her daughter collecting manioc, like potato. Это мать и дочка собирают что-то типа нашей картошки. There's many tribes living in the Amazon, around 20 million inhabitants live in the forest. Около 20 миллионов живут в лесах Амазонки, очень много племен. But only 200,000 are indigenous. Но около 200 тысяч только коренные народы, коренное население. Beautiful people, more and more oppressed by logging and agriculture. Прекрасные люди, но все вот это вот вырубка леса, промышленное сельское хозяйство, все создает как бы пресс давление на них. So let's. So one of the things I try to do with my work is to show that everything is interconnected, so relation with everything. Я пытаюсь показать, что через свою работу, что все в мире связано, так или иначе. So this is a British petroleum oil spill in the Gulf of Mexico. Это катастрофа с розливом нефти компании British Petroleum в заливе Мексиканском. April 2010, 11 workers died. В апреле 2010 года 11 работников погибли. This was the worst environmental disaster in the history of the U.S. Это была самая крупнейшая природная катастрофа за историю США. I went originally on a 4-day assignment for Greenpeace. Первоначально я туда попал по заданию Greenpeace на 4 дня. And I ended staying 2 months. Закончилось тем, что я остался там на 2 месяца. So, bring some extra gear. Да. То есть, когда такие поездки едешь, надо брать всегда с запасом оборудование и все прочее. Да. The platform sank 40 miles from the coast. Платформа находится около 40 миль от берега. And for a while no oil reached the land, so I rented a plane and went to see what was up there. Я арендовал самолет для того, чтобы просто попасть туда, потому что по-другому никак. This is of those 2 months the only day that I found this incredible color in the water. За 2 месяца это был вот единственный день такой свет, цвет воды, который удалось поймать. Вот только один день был такой. I used the polarizer to take all the reflection off. Я использовал поляризационный фильтр для того, чтобы убрать все отражения от воды. And it really made for very incredible photos. I'm photographing from a kilometer high. Высота полета примерно километр над поверхностью воды.
такие невероятные цвета удалось получить. They used a lot of dispersant called pyrexia. Они использовали различные вещества для того, чтобы решить эту проблему. Close to 8 million liters. 8 миллионов литров химикатов были использованы для того, чтобы. It's a chemical that is known for being very toxic. Это такой химический состав, который считается, что он очень токсичен, very toxic, да, очень токсичен. They also tried to burn the fuel on the surface. Они пытались уничтожить разлив нефти, сжигая его на поверхности. They did more than 400 fires like this. И было больше 400 таких источников огня. Imagine the pollution that goes in the air and what sinks in the water. Можете представить, что какое загрязнение возникло в атмосфере и что опять вернулось в воду. This is one of the platforms that was trying to contain the spill. Это одна из платформ, которая пыталась локализовать этот разлив. And they were releasing and burning gas all the time. Они выпускали и жгли газ все время. This is that same day with all the crazy colors, with all the activity around the leak. Это в тот же день, да, вот эти все совершенно различные цвета, яркие, и вы можете видеть, как разные судна пытаются там выполнять разные различные виды работ, связанные с устранением катастрофы. So same day also helicopter. Тот же самый день вертолетом, что летал. More surface burns. Еще раз поверхность выжигается просто. When you don't put the polarizer, you get this, если снимать без полярика, то получается вот такой снимок. Видите, вот эти все блики отражения. But again, once you start polarizing, you а get... как только полярик одеваете, получаются такие глубокие там. So all these are without the polarizer. Вот это без полярика. The one thing that they were doing also was spraying the pyrexia, the dispersant from airplanes. Также они вот эту химическую смесь пытались рассеивать с воздуха. And that's a photo I really wanted to get. Я вот хотел получить эту фотографию. You can see at the bottom of the image where the dispersant hits the oil, it kind of breaks the oil. Вы видите, что там, где химикат пересекает пятно, он как бы разрезает это пятно. So this whole project was the first time that I started to put my work in the art world. Это был первый раз, когда, сняв этот материал, я начал выставлять свои работы в мир искусства. It was horrible and beautiful at the same time. Это было ужасно и прекрасно одновременно. And some people were asking me, why did you show really beautiful? И многие спрашивают меня, почему ты показываешь, считая, что вот этот разлив это прекрасно. But I felt I saw it that way. Потому что я так увидел. And I felt it was a perfect excuse to bring the discussion also to a different level. И мне кажется, что это было через то, что это прекрасно, это был интересный способ привлечь внимание, обратить людей через красоту этого ужаса. And the oil, of course, ended reaching the land. И, конечно же, нефть доходила до берега и выплескивалась на землю. And despite all the booms, they didn't manage to stop it. И даже несмотря на все вот эти преграды, тем не менее, они не могли сдержать. And very expensive cleaning operation everywhere. Это была очень дорогая операция по очистке. That didn't manage much. Многого им не удалось в результате. And unfortunately, this happened in April, May, and it's the nesting season. К сожалению, это произошло в апреле, в мае, это как раз период гнездования. The brown pelicans, which is the bird for the state of Louisiana, got really affected. Коричневые пеликаны, это птица Луизианы, штата, очень сильно пострадали эти птицы в результате этой катастрофы. So rescue centers were set up to try to clean the birds. То есть были созданы такие центры по очистке пеликан для того, чтобы спасти этих птиц. In
in November last year already over 6,000 dead birds were collected. В ноябре этого же года были собраны около 6000 мертвых птиц. More than 2,000 were cleaned. 2000 живых были отмыты. And over 1,000 were released. И 1000 была выпущена на свободу. They used a lot of high pressure water and dishwasher soap. Да. Очень много воды под напором было использовано, а также различных моющих средств для того, чтобы Pelicans, big birds do better than small birds like this gull. С пеликанами-то ладно, это как бы не очень, они большие по размеру, их удобно мыть, а вот маленьких птичек, что с ними делать? And this is a group of pelicans in a wooden box on the first cleaning process. Эта группа пеликанов в коробке специально ожидают своего сеанса очистки. So they first spray them with a light oil that mixes with a heavy oil and all that is white sheet covered. Там технология такая, то есть на них очень густая твердая нефть для того, чтобы ее немножко разводить, добавить их пачкают в более жидком составе, но тоже нефтяном. И только потом, когда это все раскисает, используют средства и вот эти вот ткань для того, чтобы оттереть их и снять твердую, ну то есть снять этот жир, эту нефть с их перьев. So I was incredibly lucky to receive the wildlife photographer of the year for this image. И он получил за эту фотографию wildlife photographer. Фотограф дикой природы, фотограф года дикой природы на BBC.